Привет, друзья. Вот я сделал. Вы помните, на прошлом ролике я рисовал, там дорисовывал и сказал, что я покажу еще, как я буду рисовать и как я буду делать. Вот теперь картина. А глаза? Ох ты, какие глаза! Ну, посмотрите внимательно. Что там еще надо добавить, что исправить, что убрать, что прибавить? Вы слышите меня или не слышите? Я вам говорю, я вам кричу. Кричу, как маленький, как дети, как колыбели. Я кричу, и рядом с нами голос твой, такой же громкий, но пустой, бегущий по коротким, по волнам, по облакам и по ногам, и возвращающийся к нам, который слышит только мама. Который слышит только мама. Который слышит только мама, навек привязанная к нам. Друзья, очень трудно достучаться. У меня был человек, который специально сайт сделал, чтобы постоянно критиковать мои картины. И у меня есть две женщины, ну, прелесть женщины. Они все время пишут, что я делаю какую-то мазню. А потом я понял, в чем дело. Они просто безумно любят мою живопись. Да, друзья. Потому что, как говорила одна дама, что есть, то есть. Да? Я очень рад, если вам это нравится. Да, пишите траву зеленую, моря синие, как гнутся деревья под ветром, и как топчет конь копытом ковыль. Пишите, чтобы было красиво, чтобы жизнь была, клубилась, чтобы радовала нас и вас, и меня, и тебя. Да, искусство нужно нам, чтобы мы жили, чтобы становились чище и лучше. Рисуйте, друзья, рисуйте. Мы все художники, поэты, потому что мы все человеки. До встречи.